Почти 135 тысяч жителей Ульяновской области проголосовали за любимые места в своем населенном пункте. 18 марта наравне с выборами президента в 8 муниципалитетах региона впервые прошло рейтинговое голосование по проекту формирования комфортной городской среды. Жители могли проголосовать за благоустройство того или иного общественного пространства. Например, в Ульяновске на выбор предлагали 30 дворов, скверов, парков и бульваров. Так житель Заволжского района мог поставить галочку напротив улицы Врача Михайлова, а население Ленинского, к примеру, проголосовало за преображение парка «Средний Венец». Участие принимают Димитровград, Ульяновск, Инза, Сенгилей, Барыш и Муловка. В данных муниципалитетах проводится выбор общественных пространств, которые будут благоустроены в приоритетном порядке уже в этом году. И жители должны выбрать из тех перечней, которые они, собственно, сами предложили. В двух населенных пунктах выбирали дизайн-проект территории. Жители села Большое Нагаткино решали, каким станет парк семейный. Новоспасском вершили судьбу парка Победы. Принять участие в голосовании могли не только взрослые, но и школьники. По требованиям и условиям программы рейтинговое голосование общественных территорий по проекту должно было быть проведено с 16 по 23 марта. Поэтому муниципалитеты выбрали для себя удобное время. Как я уже сказала, 8 муниципальных образований 18 марта определили, а 5 муниципальных образований определили 20 марта. 20 марта к выбору красоты, уюта общественных территорий присоединятся Корсун, Николаевка, Ишеевка, Чердаклинский район и Майна. Итоги придадут огласке 23 и 26 марта соответственно. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.